Всем привет! С вами Бига! Ой, как же я проголодался! Но, к счастью, сегодня у меня на распаковке аппетитные булочки! Это новые игрушки Sweet Pups, сладкие щенята! Sweet Pups, волшебный сюрприз! Спрятан внутри, раскрой, посмотри! Круассаны, сладкие булочки, рогалики, они волшебные! Преврати их в очаровательных щенков, собери их все! Sweet Pups. Но собачек я вижу только на упаковке, а внутри коробки лежит мой шоколадный макарон. Как же я хочу его съесть! Также у меня есть французский круассан и сладкая булочка с клубничным джемом. Какие они аппетитные! Убираем прозрачный подносик. О, какой большой макарон! Мне одного будет достаточно. Как он вкусно пахнет шоколадом! Мой макарон принесли мне на деревянном подносе с белой кружевной салфеточкой. Я вот думаю, он пахнет шоколадом или корицей. Жалко, что вы не можете учуять этот запах через камеру. Давайте мы его попробуем. О, мне показалось, или кто-то лаял? Ладно. Да почему я не могу съесть свой макарон? Я же так голоден! Подождите... Мне кажется, собачка находится внутри! Я и вправду вижу застежку! Ну-ка... О боже! Мордашка нашего щеночка! Ух ты! Заворачиваем. Кстати, можно использовать как кошелечек. Или маленький пенал. Вы только посмотрите, какой он милый и пушистый. Еще мне нравятся его вставные глиттерные глазки. Прости, что я пытался тебя съесть. Гов-гов, я самый сладкий щеночек. О, Ромео, где же твоя Джульетта? Гов, мои друзья в других булочках. Производят эти кондитерские изделия с сюрпризом компания Premium Toys. И вправду премиум, потому что качество собачек на выше уровне. На подносике снизу мы видим коллекцию щеночков. Вы можете собрать целых 12 собачек разных пород. У меня никогда не было щенков, и я очень рад, что у меня появились такие игрушечки. Напишите в комментарии, друзья, как вы думаете, какая собачка спряталась в этом круассане? И тот, кто угадает в уходящий год собаки, сбудется ваше желание. Давайте пишите комментарии, а тем временем я открою круассан. На упаковочке мы видим маленькие булочки, щеночков в булочке, а также отпечатки лапок собачки. Снимаем. И вот наш круассан на блюдечке. Ого, он тоже большой. Обратите внимание, какой он реалистичный, словно свежеиспеченный круассан. Покрыт корицей. Круассанчик выполнен из мягкой резины, и здесь у нас есть трепучка. Расстегиваем. Я вижу мордашку. О, какой милый. Ну-ка. Просто прелесть. Один милее другого. Лапки. Ух ты. Он похож на собачку Джину. Смотрите, щеночек, и у него портфельчик круассан. Это же настоящий щеночек-кошелечек. Вы представляете, как ваши подруги удивятся, когда вы будете доставать мелочь в столовой из сладкого щеночка? Джульетта, мой круассанчик! Ромео, сладкая булочка! Последний Sweet Pet Surprise. Учуйте запах вкусной булочки. Пахнет клубничкой. Как сладко. Эта булочка покрыта клубничной глазурью. Выглядит так аппетитно. Какой же сюрприз питомец ждет нас на этот раз? Что, внутри маковая начинка? Или это... Питомец-далматинец! Вау! Он такой пятнистый! С ушками! Моя кличка Спот, потому что я весь в пятнах! Сладкие щеночки на завтрак, обед и ужин!
Да не бойтесь вы так, не собираюсь я вас съесть, а пранкануть свою подружку. Потому что собачек можно выворачивать наизнанку и придавать им вид все той же сладкой булочки. Гав, мы тоже с Джульеткой готовы к пранку. Уф! Мои булочки готовы к сладкому пранку. Милочка, а ты чего булочки не ешь? Что, диетичка? Да я и так как булочный завод. От круассана точно не потолстеешь, они диетичные. Диетические? Правда? Что? Пальчики обрежешь. Мои собачки! Пранк пошел слишком глубоко. Какая еще собачка? Ой, кажется, я в туалет хочу. Напишите в комментарии, какой еще можно устроить пранк над своими друзьями с такими игрушечными булочками. И самому веселому пранкеру я отправлю Sweet Pups. Это новый бренд, который скоро появится в продаже, поэтому успейте купить всю коллекцию щенят разных пород. Гавкайте на все проблемы и не забывайте подписываться на мой канал, а также нажимать на колокольчик. Но в связи с тем, что сейчас не приходят уведомления моих новых видео, не забывайте подписываться на мои соцсети, чтобы узнавать, когда выходит новый ролик. Ссылочку на сайт Sweet Pups я оставлю в описании, а это была распаковка съедобных щенят. Всех вас очень любим. Целуем!